Привет, пират! В этом видео я расскажу метод, как потопить шлюпку, бригантину и галеон, используя только зажигательные бомбы. А также мы зафиксируем время на затопление каждого вида корабля, без использования ядер. Для быстрого затопления шлюпки вам потребуется 5 зажигательных бомб. Две бомбы кидаем на нижней палубе, в точке, где появятся дырки. Три бомбы кидаем слева и справа от стола с картой и по центру. Фиксируем время на затопление. Для быстрого затопления бригантины вам также потребуется 5 зажигательных бомб. Две бомбы кидаем слева и справа от клетки для заключенных. Одну справа от лестницы. И две бомбы в кровать. А теперь фиксируем время на затопление. С галеоном все сложнее, вам потребуется 6 зажигательных бомб. Две бомбы кидаем слева и справа от клетки. И две бомбы кидаем слева и справа от спуска на нижнюю палубу. Две бомбы кидаем слева и справа от стола с картой. Фиксируем время на затопление. Надеюсь, этот метод станет полезным для вас, особенно когда вы остались один на вражеском корабле, а ваш корабль далеко или не имеет угол для обстрела. Подписывайтесь на канал, увидимся в следующих видео.